Другая. Ныне сыскала я в лесу не гриб, не патрон. А ну-ка, старинный рецепт. Ой, хорошо. Куда и спрятала, не помню. Куда и бабы что прячут-то, не помните? Помню, не рассказывала. Куды? Ой, точно, вспомнила. Куды? Ой, ну-ка. Вот он, рецепт. Рецепт старинный. Как сделать напиток винный. Значит, вам, ребятушки, насыпала я вам, значит, это черемши. Ну-ка, неделю путеете, так это чтобы на башках-то не завелось, то не завелись ваших вши. Значит, далее я вам это положила туда лопух. Это для мальчиков, чтобы этот у вас, как его там называют? Не опух. Не опух. Вот. Значит, девчонкам для вас смородиный лист. Ну, мало ли чего, так это, чтобы не завелся в организме глист. Вот, потом, значит, я добавила бруснику, чтоб ваши головы были светлые, а не дикой. Значит, мяты посыпала я туда, еще мяты, чтоб, значит, вот с сегодняшнего дня, Серега, сразу, вот прям с сегодняшнего, и до самой смерти вы все были богаты. Вот. Ну, значит, и что мы посоветовались, не я одна, поверьте, я тут ни при чем. Но так советом решили и все-таки положили цветки ромашки. То ли это далеко, так чтобы это в попе не застряли какашки. Ну, а если быть серьезной, значит, наклала я еще туда, значит, поклала чабрец, чтоб каждый из вас был молодец. И нашел по медальону. Ну и, конечно, Серега-то говорит...
Положи-ка ты, Дмитриевна, им еще зверобой, чтобы с песней смелее каждый из вас с рогами вступал в бой. Ой. Братеньку, по кругу, ура! 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 Освободите еще руки. Да, всем понемножку. Дякую, не потребно. Не потребно. Потом. Аккуратно не было. Сережа, главное помни про ромашку. Спасибо. Я всегда помню про ромашку. Давай. Про ромашку. Про ромашку из ромашки. Там мальчики. Да, первый круг, потом второй. Вы же не знаете. Угу. Ой, как вкусняшка-то. Мы же медальон при бойце нашли-то. Мы уже знаем. Уже у все знаете. У вас есть в отряде стукач? А, партизанский отряд с предателем у нас, да? Ай, бабася Валерьевна, ай ты какая, а? Что покраснела? Что глаза? Что глазенки опустила-то, а? Сказано, что это же радость, ей надо было поделиться. Ай ты какая. Нет, ну этой можно поделиться. Ладно, это ведь тоже колдовские, чтоб не покинули вас силы. Колдовские. Ну-ка. Нет. Если первые не закусывают. Андрюха, не подведи. Ромашки побольше откуси. До конца. Ну, милости просим в хату. Благодарствуйте. Будем вас кормить, ребята. Спасибо. Спасибо. Ура! Ура! Давайте сюда. Пользуясь случаем, хотим передать привет всему земному шару и всему народу, живущему на ней. Город Коряжма. Будем жить. Город Череповец и Москва. Глазов. Глазов. Ижевск. Питера. Новосибирск. Архангельск. Доня. Вельгодский и Красногорский районы. Дима. Уфа-Уфа. Саня. Макарьевка, Алтайского края. Кулига. До воды Хачевца. Какой то Марс. Индекс. У нас Саша с Марса прилетел. Марсоход называется. Будьте все здоровы, счастливы. Живите долго. Чаще, чаще, чаще. Ура! Вот, вот, вот.